Хочешь быть гордым? Будь бедным. Хочу порассуждать про мышление бедняка. Почему в какой-то момент один человек решает остаться бедным или становится бедным? Камнем преткновения является человеческое эго. Эго думает, что оно что-то значит, и поэтому я до такой низкой работы не спущусь. Я никогда не буду доставщиком еды, ни за что не буду мыть полы, посуду. Не буду унижаться за деньги, потому что все богатые – это плохие люди, а я бедный, но гордый. Я не планирую свой день, я не планирую свой месяц, я не планирую свой год, два года вперед. Я не планирую свою жизнь на 20 лет вперед. Я не планирую ни свою жизнь, ни своих детей. Я не знаю, где они будут учиться, на что они будут учиться. Я в такой ситуации, когда я не могу ничего сделать. Я злой не на себя, я злой не на свое эго, я злой на правительство, я злой на соседа, на того мужчину, который проехал на дорогой машине. Я злой на всех, но только не на себя, потому что я красавчик, а вы все нехорошие люди, потому что больших денег честным трудом не заработать. Если ты в этом узнал себя, возьми листок бумаги и напиши все свои преграды, которые у тебя есть в голове. Вспомни все свои мысли и действия, которые ты делал, которые шли наперекор твоим деньгам. Если ты никогда не планировал свою жизнь, сядь и распиши хотя бы один год, что ты будешь делать завтра, послезавтра, через месяц, где ты окажешься через год. Запланируй, какие книги тебе нужно прочитать. Запланируй, сколько денег ты можешь заработать. Запланируй те действия, которые приводят тебя к финансовым результатам. Сними корону. Нет ничего хорошего в бедности. Заработай свой первый миллион.